С 12 до 20 часов свои двери для общения с горожанами распахнули городские структуры, организации, сотрудники администрации. Глава города Сергей Гриднев поставил рекорд. Он принял 44 жителя. В большинстве своем люди обращались по жилищным вопросам – расселения, улучшения жилищных условий, а также с проблемами нехватки детских садов и строительства. Еще 27 человек проконсультировались у главы администрации Александра Ракина и заместителей главы Ивантеевки Надежды Зарубиной, Константина Венкова, Максима Копылова, а также сотрудников сфер жилья и образования. Попасть на прием в этот день можно было без записи. Кроме того, глава города Сергей Гриднев проводит личный прием каждую неделю. Записаться можно по телефону 536 43 99.